Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляют шоу «Дети на льду. Звезды». 6 участников. 3 мальчика и 3 девочки. 2 месяца они шли к финальному туру. Постоянные тренировки, смена образов, незабываемые номера. Вместе с вами мы увидели, с каким трудом юные фигуристы прошли основные этапы проекта. Теперь они готовы исполнить свой главный танец на льду. Их борьба закончится в эти выходные. Кого выберут наши судьи? Кто отправится в образовательный центр в Сочи? И кто станет победителем самого масштабного проекта о детском фигурном катании «Дети на льду. Звезды»? Не пропустите! 26 июня в 13:00 смотрите финальный тур шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».